это не просто спорт, это язык, объединяющий миллионы людей по всему миру. Простые правила и доступность игры делают ее любимой во всех уголках планеты. А в новом выпуске программы «На спорте» мы расскажем про футбольную секцию муниципальной школы «Старт». В Владивостоке у нас, получается, есть два, грубо говоря, профессиональных клуба детских. Это «Динамо» и школа Олимпийского резерва. Они играют на профессиональных турнирах детских. У нас больше любительская вроде команда. Ну, тренировочный процесс у нас особо ничем от них не отличается. У нас просто разные по статусу турниры. Наша школа «Старт», мы, в принципе, во всех турнирах участвуем, по всем возрастам. Ну, в городе, не считая профессиональных клубов, считаю, что наша школа самая лучшая, потому что во всех возрастах мы всегда представлены, на все соревнования ездим, выезжаем. Стараемся единство России по возможности ездить. С Китая сейчас недавно приехали с турнира. Футбольная команда «Старт Альтерна» – одна из лучших. Ребята вышли на всероссийский финал самого массового детского соревнования «Кожаный мяч». Секрет их успеха – грамотный подход к подросткам и правильная мотивация. Можно сказать, что каждый футболистом профессионально не станет, поэтому для детей доносим, что главное, они выросли настоящими мужчинами. В первую очередь стараемся эти качества развивать. У вас очень дружеские отношения, что вы можете чуть-чуть и подшутить над ними по-доброму. Они вас всегда слушают, у вас хорошие отношения. Как такого добиться? Ну, нужно быть с детьми на одной волне, где-то не перегибать палку и им не позволять лишнего, и самому. Поэтому у нас, в принципе, такие отношения. Можем пошутить, но за дело получают тоже свое. А вот что сами воспитанники муниципальной спортшколы «Старт» думают о своей команде. Моя команда, ну, она не слабая, она хорошая. Коллектив приятный, общаться с ними. Тренер хороший, очень понимающий и заботливый. У всех с ним хорошие отношения. У нас позапрошлом году тоже выигрывали Россию, ну, наша команда. Выехала в Волгоград. И сейчас, на данный момент, мы сейчас идем на первом месте в РФЛ. Ну, вы знаете, я думаю, что такое. И сейчас выиграли Приморский край. Вышли на Россию. Записаться в футбольную секцию муниципальной школы «Старт» можно с 7 лет. Принимают всех желающих, и мальчиков, и девочек. А с вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!